Всем привет, с вами Джейсон, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт на сборке с модом дебайнер ПК. Да, наконец-то мы будем этим заниматься. Заспойнился я со специальным сундуком, потому что без него я не выживу. Ну-ка, вот, тут есть пустыни, деревни, там лесок. Да, это тут Миллерейн стоит мод на деревне. Давайте возьмем отсюда все, что тут лежит. И побежим сразу же в деревню. Да. Которая находится в пустыне. А пустыня — это вам не шутки тут. А у меня была кирка. Кирки не было. Стоит тут всего лишь два крутых мода. Это Divine RPG и мод Morph. Даже еще один. Это деревня. Вообще хорошие моды. Я бы вам сказала. Вот тут. Место лесоруба. Это не буду все. Мы наоборот будем развивать нашу деревню. Сборка стоит на версии 1.6.4. Муд. Это вроде земля. Энни. Им нужен 38 мудблей брик, который, в принципе, я делаю ими. Это моя доска. Ну, пошла тут. Все это, типа, моя комната. И сейчас я вообще не знаю, что тут делать. О, да ты продаешь. Красава. Я не могу жить без русского языка. Так что, пожалуй, поставлю я русский. Я Румынию поставлю. Румана. Блин! А, нет, все нормально. Мидблок. Нахлебница. Окей, я вряд ли буду вообще деревней заниматься. А это горн. Ну, нормально все. Болото нет, Муд. Это... муд-блок. Муд-блок. Глина. Может, напишется, как ее можно сделать. Ну-ка. Муд-блок. Никак. Видимо, он только делается. Так, что это тут такое? Я кого-то слышал. Мне страшно. Фу, да, я убегу. Так. Ах ты безобразный. Куда я хотел сейчас пойти? Что там? Сейчас проверим, что там можно сделать. Нашел один мид-блок. Так, я хочу посмотреть, что он будет делать. Ну-ка, правительство, рассоситесь тут. А куда я хочу пойти? Сюда? Ты мне отдашь? А, вот смотри на. Оу, хлеб 8D. Нет, 1D. Где не ел? А ты что за что? Я тебе вот это продам. 20D. Ха. Не, еда мне самому нужна. Так что, пошла. С кем споришь? А не насрать. Да нет, мне с вами вообще торговать не понравилось. Ладно, все, и мне уже надоело шариться у них. Жить в пустыне ему будет в самый раз. Хотя нет, не хочу.
Рубилка деревьев, самые долгие, что есть. Наверное, мне сейчас понадобится получше, как оно называется, получше лес, потому что в зимнем биоме жить мне не нравится, если честно. Арта! Арта! Блин, там еда. Окей, пофиг. Я сделал как старый добрый джентльмен. Так. Вроде надо там по речке. Да. Три биом будет сочетаться в себе. Сочетать в себе. То, что тут есть. Речка все рассоединила. Кроме пустыни и простого биома. Все, простой биом. Чик. Фью. Так лагануло. Вообще, я бы был рад. Ну, я поселюсь, наверное, в пустыне все-таки. Потому что это немаловажный биом. Так, а может даже и деревню, которую я вроде уже не нашел. Я уже вижу некие постройки. Одну постройку вижу. Так. О, господи. Вообще не это имел в виду. Вот она. О, заброшенный домик. Из мудблоков. Да, он заброшенный. Эх, так. Ну, ладушки, все. Я на это смотреть не буду. Побегу, наверное, уже строить. Я начну все летсплей, наверное, заново. Вот это будет, например, первый сезон. Теперь я вот так переименую первый сезон. Первый сезон летсплей. Потому что делать название это как-то вообще стрёмно. Да, это будет теперь все, первый сезон. Так. Порубим тут-то, порубимся. Так, долго рубится все. Хочу делать из березы дом. Я должен уже начать. Давайте, например, вот, в начале вот этого биомчика. Вот так, нижний блок будет из вот этого. 29 блоков надо распространить. Ну-ка, давай. 7 на 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маленький, конечно, домик. 3. Окей. Будем так срабатываться. Щет. Так. А вот тут вот... Вот и вход. Даже... Он не тут будет. А вот тут. Так, остальное все вот так вот сделаем. Да, вот так вот сделаем. Уже темнеет, как я погляжу. Так. Ну, вот это первые слои тут. Все такое. Не то куда. Рубить я уже начну. Тут сейчас это типа стекла мне будут. Ну, тут, пожалуй, я вот это оставлю. Не буду сильно большие окна делать.
Блин, уже ж так темнее. Это я так люблю. Так, овечек надо найти. Так. Главное, чтобы меня не били. Вот это дерево. Овечки, где овечки? Только не петухи. И да понадобится сюда. Коровы, почему не овечки? Все, зомби начинают появляться. Зимний биом. Овечки нужны. Кажись, тут уже есть одна зомбятина. Очень богатая. Вот он! Убью! А где твой? Где я? Кирка, урод! О, теперь я одетый зомби. Хе-хе-хе-хе-хе. А если пойду в пустыню, там все хуже будет. О, нет. Что с пауком? Я хочу таким остаться. Акула! Валим. Хочу день. Я же не выживу, нет. Я не выживу. Если не поставлю на нервный режим. Фу. Да, найти вес потребует много усилий. И у меня стоит не свой скин. Я хочу быть вот этим. Это типа варежка. Окей, так. Теперь так подчистую 0 мобов. Офигеть. Это магма, наверное. Да. Она теперь тут будет появляться вместо лавы. Ну, которая сверху. Так. Короче, пацаны, давайте я вернусь тогда, когда я уже найду овец. А то так вообще безусильно буду ходить. Итак, давайте пауза. Вот я пришел, у меня... я нечаянно вышел из Майнкрафта тут. Я нашел овец. Вот они. От радости я аж вышел из Майна. И тут я оказался... Вот. Я не могу блоки ломать. What are you doing? Ну-ка, давайте снова выйдем. Так, что-то у меня случилось. Наверное, из-за того, что я не из-за того моба играю. Тоже нет. Так, это мне не нужно. А почему я не понимаю? Да мне вообще насрать на карту чанков на вашу. Хм.
все, тут, типа все кнопки понажимал. Почему не могу ломать блоки? Вот ставятся вроде. Как реалистика какая-то. Ну-ка давайте некий эксперимент. Вот. Вот же все было нормально. Нет, у меня вышло из Майнкрафта. Странно какое-то. Да, я знаю, это сокровищница, тут есть. О, нужен бутс. Чьи-то ботинки. Это логово шахтера. Так. Так. Так, все же мы сюда пришли за ветками. У меня есть всякие логово, у меня все такое. То есть мы пришли. Почему же я не могу блоки ломать? Ну-ка. Что еще будет по карте? Короче, ладно, друзья, мы нашли ехец. На этом я, наверное, буду заканчивать. С вами был Джейсон. Всем удачи. Пока.